Ребятки, всем добрый вечер! Вы, как всегда, на канале Пиратская Жизнь, с вами Нина. Ну что, у нас прекраснейший, вкуснейший ночной дожор. У нас с вами макароны, вот такие вот колечки. Вкусные колечки. Вот, я сверху положила 3 кусочка сыра, пока они горячие, он сейчас подплавился. У меня такая котлетина вкусная, еще огурчики для красоты, ну и для вкуса. И пить мы с вами будем вот такой вот фреш-бар. Вот, я покупала фикс прайс. Хочу попробовать, что это за фреш-бар. А что стоит, никто не пьет. Вроде как кока-кола. 1000 лет, кстати, кока-кола не пила, вот реально. Вот 1000 лет, наверное, не пила. Последний раз, наверное, знаете, где-нибудь в Турции, когда брала какой-нибудь коктейль. Вот, видите, у нас полбутылки. Сразу эти сюда упро. Попробуем. Написано типа кола плюс лимон безалкогольный альфа-кола. Да. Еще достала себе кетчуп. Ну, если вдруг понадобится. Ну, все, мои хорошие. Ваше здоровье. Айц, наше, ваше. Вкусно. Коньяка в нем не хватает. Ну, а так вообще. О, смотрите, видите, сыр у нас. Смотрите, как здорово. Сыр у нас плавится. Это здорово. Так, ну что, я голодная? Что-то, девчонки, сегодня целый день. Бегла. Что сделаю, все сделаю. Кстати, оцените мой новый вид. Мой новый такой сарафанчик. Он же туника, да. Вкусно. Слушайте, мне так понравилось. Эти макароны Увелка. Вот. Они варятся в пакетике. Замечательно. Только вот Тити, я почему-то Увелку больше нигде найти не могу. Мне так они понравились. А сейчас что-то прям нету. Смотрите. Тянется. Это у меня вот этот вот сыр. Наш, нижегородский. Видите? Смотрите, как здорово. Вообще замечательно. Вкуснота. У меня получилось как это, макароны с сыром. Здорово. Я заслужила такой вкусный ужин. Я сегодня много и упорно делала домашних дел. Котлеточки. Ну что, суп у нас с вами есть. А что готовить горячего, я не знаю. Пускай вам сам решает. Сюда лезть не буду. Это, так сказать, не мое. Да. Маску смотрю. Кто ты? Маска. У меня там, кстати, как раз одна серия есть. 4 свадьбы. 4 свадьбы. Сейчас посмотрю. Носорог. Для себя. Слушайте, а как вкусно с сыром. Получилось. Ведь у меня все. Слиплась. Забавно. Даже носороги у них тут. Да, конечно, тут прям разошлись по образам-то. И огурчик. Не стала уже себе кучу тарелок наставлять. Думаю, макаронов мне хватит. Итак, хочу хлебобулочные ограничить, а вот не получается. Почему там? Вот видите, на ночь глядя жру макароны. Эти? Здорово. Я так проголодалась. Что-то вот я только вот утром с вами покушала, и все. Вот пирог. И больше не ела. Так, взяла сначала. Думаю, сейчас чуть-чуть сделаю, и все. А нифига. Разошлась и все переделала. Но сейчас такой кайф, что ощущение чистоты, порядка дома. Занавеску повесила, коврики положила, все. Гагутки.
кто хорошо работал, тот хорошо ест. Макарон даже, кстати, масло не клала. Да. Я на диете, девочки. Да не, реально, надо себя хоть немножечко ограничивать, хоть чуть-чуть в чем. А то слишком много хлебобулочных изделий в последнее время. С Вовчиком вообще говорю, вот давай это сделаем, давай это сделаем. Он говорит, нет, у нас так все хорошо. У нас вот так частота и порядок. А я вот не вижу. Я вот вижу грязь, я вижу пыль. У меня пыль где-то на компьютере появляется, я уже все. Я уже бешеная. Я уже говорю, все, давай, срочно. Убираемся. Она не хочет. А я говорю, у меня какой-то пунктик такой. Я буду уборки. С другой стороны, в принципе, для женщины, мне кажется, это хорошо. Не. Я, конечно, видела передачу, когда убирались прямо, ну, просто вот генеральные уборки по 3-4 раза в день. Представляете? То есть там буквально пылинка села, там уже полная дезинфекция туалета. Конечно, я до такого маразма, конечно, не дохожу. Вот, но в грязи жить просто могу. Фига себе, какой сладкий голос запел единорога. Точнее, не единорога, а этого. Рок-то. Пышка. Слушайте, Киркоров с собой что сделал? Я не поняла. Он какой-то как это, как седой, а кончик у него черный. Это, я так понимаю, как новый стиль. Или он просто забыл покрасить корни. Слушайте. Мне тоже надо уже идти, стричься, краситься. У меня уже вот так вот волосы отросли. Всего-то меньше месяца назад было. Ой, хорошая какая песня. Беги по небу. Та-тай-ра-тай-рай. Вообще, надеюсь, у меня авторские права не прилетят. Я прям поставила тихо-тихо. Супчик, кстати, такой классный получился. Сейчас я уже выключу, настаивается. Шикарный. Кстати, достаточно легкий получился. Если, в принципе, туда масло не добавлять и зажарку делать прям, ну, на чуть-чуть прям масло добавлять, но он достаточно такой диетический. Ничего такого страшного в нем нету. Только завтра же будем жрать и с майонезом, и с хлебом. Так что диетичности в нем только одно название. Вкусная какая фреш-кола. Это что-то типа фреш-бар, да? Кола и лимон. Содержит сок, натуральные ингредиенты. Альфа-кола, безалкогольный, сильно газированный напиток. Один. У меня, кстати, знаете, из таких напитков очень классная это черноголовка. Вот они, кстати, очень шикарно делают. Мы с Вовчиком как-то покупали. Очень вкусно. Прям, знаете, прям вот как в классиках, прям как в детстве. Мы брали, по-моему, Байкал и Тархун. Здорово. Пить пока не хочу ничего. Хочу немножко отдохнуть. Пускай печеночка отдохнет. А то пью-пью лекарства. А отдыхать печень не дай. Прям голодная. Сейчас накидалась. Уже получше. У меня тут еще стоит Принглс. У меня там еще читосы стоят. А, не буду. Оставлю с Вовчиком.
Он хотя бы часть сожрет. Мне меньше достанется. Это хорошо. То есть интересно, а сколько калорий? Угу. 42 калории на 100 грамм. Считайте, если у меня здесь 500 миллилитров, а здесь 500, нет, здесь 0,48. Ну, короче, 200 калорий только это вода. А, да. Как тут похудеешь? Никак. Слушайте-ка, я тут ролик посмотрела, наш. Я посмотрела за Вованом. Вы реально правы, он реально не жует. Это шок. Он раз макароны и проглотил. Раз и проглотил. Ну, я прям, ну, я не знаю. В принципе, он взрослый мальчик. В чем его учить, как и есть? У меня сейчас это в комментариях найдешь, кто написал. Вы уже так давно живете с мужчиной, а так и не выяснили причину его заикания. Слушайте, ну, у каждого свои недостатки. Ну, вот, я знаю его, собака в детстве испугала. Он стал заикаться. Сейчас его исправлять уже поздно. Я, например, его заикания даже не замечаю. Мне кажется, это его какая-то изюминка. Вот так что. Он взрослый мальчик. Я уже устала играть мамочку. Что все у нас хорошо. Идеальных людей не существует. Он просто так иногда такие претензии выставляет. Ой, у вас вот это, ой, у вас вот это. Прям как будто все прям ангелы сидят. Никаких изъянов. Слушайте, как вкусно. Слушайте, там весь нас сильно газированный. Я бы не сказала сильно газированный, это нормально. Средний даже. Из холодильника холодненькая. У меня просто какая-то эйфория. Мне очень вкусно. Очень вкусно. Мне очень понравились вот эти вот котлеты, которые мне посоветовала сделать Людмила. Мне еще наша подписчица Любовь Королюк посоветовала еще одни варианты котлетов. Это как стошки получаются. С картошечкой сверху. С такими, знаете, тоже как мясной блин. Вот, и там кладется, там, по-моему, что-то яйцо тертое, картошка тертая, что-то там с майонезиком, что-то там еще, не помню, надо посмотреть. Кстати, Любушка, привет тебе. Вот. Надо попробовать тоже как-нибудь сделать. Мы такие покупали в Спаре. Очень вкусные. Вот. И по сути, как самостоятельное блюдо. Там даже гарнир не нужен. Вот этот вот вариант с грибачками мне очень понравился. Ну, смотрите. Скидывайте интересные простые рецепты в Инстаграм. Ссылочка в описании. Под видео. Но простые. Прошу простые. Я, честно, не люблю заморачиваться. Не люблю вот эти вот рецепты. А-ля там сначала обжарить, потом обтушить, потом там на пару, там туда-сюда. Это, мне кажется, так это муторно. Мне очень нравится так. Раз-раз-раз положил в духовку, желательно. И вкусно, да? Через полчаса. Носорог, вот, вспомнил. Что-то я захотела назвать его единорог. Носорог. А первый раз я смотрю передачу. По-моему, уже 2-3 серии вышло. Я имею в виду сезона. Игочек у меня-то на нее подсадил. Хотя нет, я смотрела финал предыдущего сезона. Финал был интересно. Как я рада, я все сделала. Я спокойно смогу пойти, расслабиться, потупить в телефон, полазить в социальных сетях, посмотреть 4 свадьбы. Ну, кстати, мы прям так подсела на 4 свадьбы. Интересно, что там за сегодня невесты будут. Там, конечно, невест подбирают. Отшибленных. Я вот думаю, может, нам тоже на какое-нибудь шоу рвануть? Что думаете? На какое шоу? По телеку нам подать заявку. А вдруг нас возьмут? А шо? Надо продвигаться.
понимаешь ли, завоевывать не только YouTube, но и другие слои населения. Я тут посмотрела статистику, вот без шуток. Нас в месяц ищут по названию «Пиратская жизнь» практически 800 тысяч человек, представляете? 800 тысяч поисковых запросов в месяц это «Пиратская жизнь». Нина и Вовчик около 500 тысяч. Во, а вы говорите, что нас никто не смотрит. На нас вот 1,5 миллиона смотрят, как минимум. Правда, конечно, не все подписываются, но... У нас слишком часто выходит контент, да. Поэтому не все хотят там дин-дин-дин-дин-дин уведомления. Ой, красота. Кстати, бровки у меня уже стали облизывать. Я сейчас помылась. Вот, и у меня они прям с мылом уже помылась. Мне уже так надоело с этим вазелином ходить. Вот помылась с мылом и посмотрела, у меня уже в некоторых местах они растрескались. Ну какой завтра? Завтра уже 5-й день. Веки у меня, кстати, уже практически облезли. То есть там осталось прям чуть-чуть. Каждый раз просыпаешься, каждый раз какие-то кусочки, как я называю, артефакты в глазах. Вот. А думаю, 2-3 дня у меня уже будут брови нормальными. Честно, конечно, темноватые они пока что. Но будут немножко посветлее. И это плюс. Так, слушайте, я хочу Принглс. А я хочу Принглс. А что они тут стоят? Тут стоят, меня манят. Ой, у меня тут одни Принглс с паприкой. Ты-ты-ты. Тут у меня мало. Сколько у меня тут чуть-чуть совсем? Вкусно. Я сейчас все съем. И потом пойдет это отчет. То есть я их съем чуть попозже. Будет уже позже. Суд на бывшего мужа, это правильно. Мужиков надо судить. Короче, у меня какой-то нездоровый уже. Вот они стоят меня и манят. Понимаете, вот стоит она вот так вот, да? Он говорит, Нина. Нина, съешь меня. Ну, вот паприка мне не очень нравится. Мне вот из Принглс больше всего нравится с сыром. Они очень вкусные. И с луком, кстати, неплохие. Паприка так себе. Ну, что я все равно съем. Вот зачем оттягивать момент? Правильно? Кстати, читала по поводу, почему так все любят чипсы, там, какой-нибудь попкорн. Очень любят все хруст. Понимаете, вот такая хруст создается. Вот это. Я прям кайфую. То есть создается какой-то эффект эйфории. Почему вот это ASMR? Вкусняха. Чуть я не наелась. Что-то не хватает. Не хватает объема. Всего-то один... Сколько? 100 грамм макаронов? Ну, не 100. 120 где-то. Потому что они варились. Вот. Котлетина. Пол огурца. И все. Три кусочка сыра. Не так уж и много. Слушайте, для моей красивой фигуры это мало. А с колой еще вкуснее. Джекпот 800 миллионов рублей. Ага. Вы когда-нибудь играли в эту фигню? Мы с Вовчиком, по-моему, как-то играли. Мы, по-моему, 2 или 3 назад попытались. Слушайте, такое разводило. Пожалуйста, только не играйте в этот русский лото. Как Вовчик говорит, играть с этим, с государством в азартные игры. Хотя, по-моему, это уже не государственная лотерея. Хотя не все это государственное, государственное. А нифига. Только что сегодня Вовчик вынес мусор. Опять уже. Целая мусорка. Чё?
сейчас вот с вами поем, больше не жрать не буду. Клянусь. Клянусь. А реально, сегодня больше жрать не буду. Водички максимум. Хотя у меня там шоколадки. What the fuck? Знаю, вкусные. Ну, по-моему, их делаю как-то из теста. То есть такая идеальная форма. Из картошки бы не получилось. Что там? iPhone 6s. А. Часы. Которым прям ныряют. Знаете. Это Apple часы. А, типа 30 метров под водой туда-сюда. Ну, круто. Технологии из будущего. Watch Series 6. Крутые, конечно, все эти часы, там, туда-сюда. Но стоит, конечно, очень дорого. Все, наелась, напилась. В итоге без кетчупа обошлась. Тоже неплохо. В нем лишние калории. Кобра. Прикольно. Здравствуйте. А, нет, змея. Хотя кобра. Ой, все. Ой, все, девчонки, напилась, наелась, пойду мыть посуду. Вот, и пойду посмотрю. 4 свадьбы, 4 свадьбы, ну вот и все, я замужем теперь. Да, так что все поклонники, пока-пока, я замужем. Все, мои хорошие, увидимся с вами завтра. Завтра будет Вовчик, попробует супчик, который я сделала. Ну, а вам всего хорошего, прекрасного настроения и хорошего дня. Ну, вечера, дня. Доброго времени суток. Простите, не знаю, какое время вы смотрите. Вкусный, кстати, напиток. Но собака газированный. Извините. Ладно, всех люблю, всех целую. Всем спасибо, всем пока.